Вечером 16 июля по улице Гагарина произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем «Шевроле Тахо». Подробнее об этом нашему телеканалу рассказала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Дарья Дидиченко. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что 34-летний водитель мотоцикла не выбрал безопасную дистанцию до движущихся впереди транспортного средства и совершил столкновение с автомобилем «Шевроле Тахо». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в Магаданскую областную больницу. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что водитель мотоцикла управлял транспортным средством без права управления, а также его мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке в ГИБДД. После дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла отказался от прохождения медицинского свидетельства на состояние опьянения. В настоящее время сотрудниками ГИБДД проводится проверка по факту ДТП. Работники госавтоинспекции Магаданской области призывают водителей быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Также не садиться за руль без права управления транспортным средством. С 17 по 23 июля магаданских автолюбителей останавливают сотрудники ГИБДД. В регионе проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».